«Учитель года в Бурятии» — это ежегодный конкурс, в котором принимают участие лучшие преподаватели со всех школ республики. Традиционно он проходил в несколько этапов. Сегодня было три больших тура, три этапа конкурса. Первый тур, он состоял из двух конкурсов. Конечно, очень интересный тур был, разговоры о важном, где учителя уже проводили свои такие именно беседы с учащимися 49-й школы. Второе конкурсное испытание – это уже педагогическая мастерская, где они представили свой опыт работы. Лицо этого конкурса – это молодой, креативный, позитивный и обязательно инновационный учитель, который ведет к успеху своих детей. Последним этапом стала пресс-конференция, где обсуждались методики преподавания и внеурочная работа с детьми. Так, из 25 участников финал конкурса прошли 15 человек. Именно они боролись за звание «Учитель года 2023». Конкурс «Учитель года» направлен на повышение педагогического мастерства, на выявление лучших педагогических, эффективных педагогических практик, выявление лучших профессиональных, личностных качеств его участников. И, конечно же, участие в этом замечательном конкурсе – это уникальная возможность показать свои способности, свои таланты. Образование – одно из основных сегодня направлений социально-экономического развития нашей республики. Поэтому правительство Республики Бурятия будет делать все необходимое для развития, улучшения образовательного процесса Республики Бурятия. Во время церемонии завершения конкурса наградили всех участников, а также выбрали учителя года. Учитель года Бурятии 2023. Татьяна Евгеньевна Трофимова, наша овация! Знаете, именно этот год педагога наставников важен для меня, потому что я из династии учителей. Моя бабушка отдала 47 лет своей жизни служению такой профессии учителя. Она была учителем начальных классов. А моя мама также является учителем. Они для меня и наставники, те педагоги, которые показали мой путь. По словам победителя конкурса, важно не просто учить детей, но и своим примером показывать, что ошибки – это не страшно. Ведь именно благодаря им мы получаем ценный опыт. Отмечу, что конкурс «Учитель года» был организован при поддержке Министерства образования и Народного хурала Бурятии. Татьяна Усольцева, Баир Цыдыпов, Алексей Ромашов, Баток Гармы, Новости дня.